Кто проснулся? А музыку мы будем ставить? Ну, YouTube же авторские права хочет. А зачем ты ломаешь? Зачем ты ломаешь? Ребенок проснулся, да? Что-то скажи, я пропустил. Дай маме работать. Марек. Ничего, что ты на маме и на компьютере сидишь. Иди сюда. Соня, давай, я тебе покажу. Садись рядом. Нет, нажимать не надо. Сынок, ну, конечно. Все, поработали. Мурзик, разберись. Что ты там уже скачиваешь? Да. Дай маме выключить хоть. А то сейчас на Кто кашляет? Дай выключу. Мне не видно. Сынок, все, занял игрушку мамину. Ребенок, ты сейчас мне настройки сделаешь. Так, надо выключать. Ребенок проснулся, выключаем. Да, все? Что ты уже натыркал? Потом папа будет нам настраивать. Пират Карибского моря. Нельзя проводы грызть. Кто такой проснулся? Кто такой спал лохматый? Кто болеет у нас? Ты болеешь? Ты болеешь? Все, ушел. Все пришли. Ты проснулся? Контролер. Я авторские права делаю. У нас нарушены права. Нет, ты не дашь маме сделать? Мама успела чуть-чуть поделать. Сейчас налетит. Сейчас поищем. Где еще у нас нарушено? Спросони. Что ты там ищешь? Жалоба, жалоба. Вот у нас жалоба, жалоба. Будем менять мелодии. Жалоба у нас. Будем менять трек. Заменим. Нельзя, сыночек. Нельзя. 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 Мама работает. Что? А мама работать будет сегодня? Успела чуть-чуть, пока ты спал? Ну, видишь, у нас красненькое. Это красненькое у нас выходит на минуту где-то. Давайте на минуту найдем что-нибудь. Да.
жанр, поставим себе какой-нибудь релакс, да, саундтреки. Применить. Ну, давайте на 2 минуты. Послушаем песенку, Марик. Слушаешь песенку? Ой, да, ну, попробуй. Пополови ребенка. Он решил через нас пролезть. Так, пока ребенок не мешает, добавим. Все. Красная закрылась. Значит, все окей. Сохраняем. Вот и все. Легко и быстро. Этот кусочек заменили. Все действия у нас нормальные. Закрываем. Так мы быстренько меняем. Перепроверяем жалобы. Просто мы смотрели Шакиру тогда. Им не понравилось, что ребенок смотрит ролик, и Шакира звучит. Надо как-то... Так вот, опять жалоба у нас. А, вот это вот и есть Шакира, вот что я тебе говорила. Смотри. А как мне вот... сделать, что получается, ребенок смотрит Шакиру, но при этом мы не можем заменить трек. Получается, он смотрит Шакиру, но будет какая-то там абракадабра петь. Вот смотри. Ребенок, почему ты слушаешь Шакиру? Она хочет денег с тебя получить. Вот видишь, весь ролик идет Шакира. И получается, что у меня будет ребенок смотреть ролик и слушать просто какую-нибудь ерунду. Вот какую ерунду сюда поставить? Легче, наверное, удалить ролик, чтобы не позориться. Вот этот. Вот смотри. Вот клип идет, да, она песенки поет. Заставка будет у нас. Марик, видишь, ты смотрел популярную девушку. Ну и что, будем теперь обманывать систему. У нас получается на 56. Ну, давайте что-нибудь выберем. Так. Жанр. Набирала я Шакира отдельно, Блэкпинк отдельно, ничего они не дают. Хотят авторские права. Да. Хип-хоп. Праздничная музыка вообще не подходит. Что-то у них там подборка не такая уж совсем. Ну и что мы будем делать? Ребенок. И кот. Ну, послушаем. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ну что, поставим такую тогда. Будем Шакиру слушать под такую музыку на видике, да? Ребенок. Я уже потеряла, сынок, с тобой. Где наша песенка? А, вот она. Будем Шакиру слушать. Вот, красное забилось синим. Значит, все окей. Сохраняем. Что ты делаешь?
Скажу, мама, дай мне поиграть. Кто болеет? Сыночек мой болеет. Так, все, заменили. Теперь через какое-то время YouTube проверит нос. Как я сделала? Это, конечно, смешно. Вот жалоба тоже. Сделана только для меня. Я могу видеть. И вот только мне в регионах жалоба. Опять менять. Опять им не нравится что-то. Ну, давайте еще здесь попробуем. Вот жалоба у нас. Поменяем песенки. Самое интересное, что мы просто у нас на телевизоре заставка идет. И эту заставку нам надо просто поменять, потому что фон на телевизоре был. Зайчик. Кто маленький зайчик? Ну, слышите песенку? Little Big у нас. Мам захотел кефира. Просто по телевизору музыка идет, и палец, мы не можем палец, оставить палец. Этот ролик. Дай мама вытри палец. Ну, пей кефирчик. Аккуратно пей. Вот нам надо заменить трек. Если мы не заменяем трек, тогда может не слышно меня, что я разговариваю с ребенком. Да. Да, сынок. Ты нашел игрушку себе? Ты нашел себе игрушку? Ты нашел себе игрушку? Да. Давай будем играться. Вот у меня маленький кусочек они нашли, который им не понравился. И всего лишь 10 секунд. Сейчас этих 10 секунд. Сейчас я... Ребенку мышку отдам. Да. На, играй с мышкой. Мама будет так играть. А что тебе не нравится? Да. Вот этих 10 секунд надо теперь забить. Давайте на, по настроению теперь найдем. Ну, давайте попробуем приподнятое. Мне там много не надо искать. Ну, сынок, что ты делаешь? Любую композицию там 10 секунд забить надо. Ну, слушаем. Ну, давайте так. 10 секунд. Все, они поменялись. YouTube проверяет нас. Все. Вот теперь пошла проверка. Вот здесь пишется, идет. Вот у меня идет обработка. Мы поставили новую музыку туда, где не нравилось. Ну вот, смотрим дальше. Ну, сынок, кто болеет у нас? На улице весна, а мы с тобой болеем. Да, кто болеет, котик? Ты маленький котик? Папа. Да. Помылся, поспал. Да, пойдем кушать теперь. Да, все, мама закрывается. Да, все. Хватит играться, надо ребенком заниматься. Да? Будем тобой заниматься теперь. Звезда ты моя Ютуба. И Мурзик звезда, и ты звезда, да? Котик мой оборнотик, мистер пират. Пойдем памперс менять.
Да? Пойдем памперс менять. Ты ж уже проснулся, надо, чтобы чистенький, красивенький был, сухой. Да? Пойдем? Вон наше полотенце сушится, уже надо убирать уже. Ну, видишь, уже полоска уже синяя. Все, уже битком штаны. Ой, какой больной мальчик у нас. Какой у нас больной мальчик уже, да? Ну. Ну, давай, пойдем тобой заниматься. Мама потом ночью ютубом будет заниматься, когда ты спать будешь опять. Скажи, я расту. Я хочу внимания, скажи. Да, Мурзик-то вон лежит, отдыхает. А ты-то так не умеешь. Тебе надо мучить, тебя надо тискать, тебя надо любить. Да? Кычи-кычи-кычи-кычи-кычи-кычи. Кычи-кычи-кычи-кычи-кычи. Кычи-кычи-кычи-кычи. Куда ты полез? Сейчас упадешь, сынок. Да, у мамы с папой большая кровать, но тебе места мало. Ты найдешь, где упасть. Да? Иди сюда, сейчас упадешь. Все, скажи всем пока. Я маму забираю.